Всем привет, ZBrush2019, и давайте доделывать Бориса. Так, импортируем сюда именно вот этого персонажа гуся. Вытягиваем. Edit, Shift, левая кнопка мыши. Выравниваем модель. И теперь Alt, левая кнопка мыши, его вот так вот вытягиваем. Вот такой Борис. 16 тысяч полигонов после скульптуры с альфа 6. Ну, давайте делать крылья сначала. Как сделать крылья? Погнали. Так, текстуры открываем. Импортируем сюда наброски именно с Диснея. Так, находим, где тут крыло. Вот оно. Теперь текстуру подгружаем. Вот эту вот. И нам надо сделать вот это вот крыло, вот это боковое. Так, значит, делать будем так. Shift-Z, отключим пока всю видимость от этого глаза. Вставим вот в такое положение персонажа. И нужно добавить что? Нужно добавить нам, ну давайте куб. Выбираем куб. Так, теперь мы его... Вот так вот уплотним. Вот так вот отведем. Где-то вот так, наверное. И сделаем этому кубу, значит, Geometry Dynamesh. Желательно, чтобы полигонов было побольше, чтобы он потом на нем, словом, чтобы рисовалось все классно. Так, вот такая сетка плотная. 754 тысячи полигонов. 755, считай. Shift-Z включаем глаз. Z открываем глаз. И теперь вот так вот делаем. Перекручиваем все это дело. Вот так. И подставляем где-то вот таким вот образом. Вот так. Ну, я думаю, хватит вот этого вот объема. Так, ну давайте еще, наверное, чуть-чуть побольше, уменьшить не проблема будет. Вот так вот. Z, отключаем глаз, ставим кисточку поменьше. Так, еще поменьше. И рисуем кончики вот этих вот перьев через Ctrl. Вот это все маскируем. Самый лучший способ для создания крыла вот этот вот. Так, обводим крыло. Так, здесь мы его замыкаем. Теперь ставим Drive Size побольше и вот это все дело закрашиваем. Маскируем. Вот так вот. Shift-Z. Отключаем глаз. Получилась, конечно, вот такая вот шняга. Ну а теперь давайте все это дело дорабатывать. Так, кисточку побольше. И теперь вот через Ctrl, BAMS, вот так вот. Так, вот это вот перо я, наверное, раз, два, три, четыре, пять, это вот пальцы будут. Ctrl-Alt, вот это вот перо уберу. А здесь просто Ctrl дорисую вот такую вот, как бы надутую часть. Вот так вот.
Ну и опять же, вот так вот перо. Делаем им красивый вид через Ctrl-Alt. Где-то можно что-то вот так вот округлить, заострить. Ну, можно это все потом выгладить и будет все гладко. Так, теперь что есть? Вот эту вот шнягу аккуратно тоже подбираем. Замаскируем все так, чтобы не было вот этих вот белых пятен, потому что это будут потом дырки. И справляться с ними будет уже лень. Так, здесь сразу выбираем, как вот, ну, если надо, то вот выбираем треугольничком как-то вот здесь вот. Вот здесь вот можно вот так вот тоже выбрать. Где-то подмаскировать. Так, ну, словом, вот такое крыло получается. Что делаем теперь? Делаем экстракт. Это саптулы. Экстракт. Так, смотрим. Ага, вот артефакты. И вот эту часть нужно подобрать. Это нужно делать сразу. Где-то что-то потом можно будет подтянуть. Так, вот эту часть мы здесь подтираем. Ну, здесь грубовато-то сделаем вот так. А потом натянем это дело. Ну, вот что-то такое получается. Делаем ацепт. Так, так, так. И что тут получается? Куб пока отключим. Так. Так, Ctrl-Z. Ладно. Теперь будем все это дело обрезать и доводить до ума. TrimRect. Вот эту часть мы все отключаем. Обрезаем. Во. Заговорился. Так, что еще нужно сделать? Нужно вот это все выгладить. Это кисточку побольше. И через Shift. Все вот так аккуратненько. Выглаживаем, делаем помягче. Посим потюшней. Вот так вот. Ну, получается вот такое крыло. Можно, конечно, долепить сверху вот эти части, типа мелкие перья. Где-то что-то Moth Topology вот так вот можно подтянуть. Так, здесь где-то вытянуть. Перья как-то подкорректировать, словом. Ну, такая штукенция получается. Так, вот это побольше первый. Ну и давайте перекрутим теперь вот это вот крыло. И сделаем ему Modify Topology Mirror and Well. Ну а что, и неплохие крылья. Доработать их тут, пролепить, и будет все зашибись. Так, теперь что нужно сделать? Нужно Борису вставить глаза, правильно? Так, делаем Append и добавляем сферы. Переключаемся на сферу. Это все дело уменьшаем. Подводим вперед. Alt, левая кнопка мыши. Прибавляем. Подтягиваем все это дело. Так. Выводим глаз вот сюда. На левую сторону. Почему? Просто вот ZBrush копирует, зеркалит все слева направо в основном. Так, чуть-чуть его вытянем побольше и уведем вовнутрь башки.
Вот так вот. Так, делаем опять же геометрии мира and well. Все прикольно, да? Ну а теперь давайте делать брови. Так, а что еще хотел сделать? Вот у нас есть перья, да? Ну, в смысле крылья. Смотрите, что делаем. Когда доделали перья, все нормально, тогда делаем уже вот такую штуку. Выбираем крыло. Ну, крылья делаем дубликат. Одни крылья отключаем. И вот таким вот образом перетягиваем, подгоняем, перекручиваем. Так, вот так вот. И подставляем назад вот сюда. Чуть-чуть все это дело уменьшаем. Смотрим, что да как. Вот таким вот образом. И оставляем, маскируем опять же вот это вот одно перо. Делаем Ctrl-W. Выбираем это перо. Остальное геометрии, Modify, Topology, Del Hidden скрываем. И все это дело сейчас будем подставлять и делать задние перья. Так, так. Ну, что-то в таком духе. Теперь, значит, Ctrl. Так, Ctrl-Z. Ctrl и вытягиваем еще одно перо. Вот так вот. И еще одно. Перекручиваем где-то, не без этого. Подгоняем. Так, теперь снимаем маску и что-то делаем. Наверное, вот в таком духе. Так. И теперь Ctrl отводим вот сюда и еще вот так вот ложим. Вот так вот. И чуть-чуть можно еще перекрутить, как-то подогнать. Ну вот, типа в таком духе. Теперь делаем всему вот этому зеркалку. И вот у нас получаются задние перья. Теперь нужно их упорядочить. Это Move Topology, большая кисточка. И как-то вот пораскидать их тут, что ли. Так, Mirror and Well, и чуть-чуть это все дело шифтом выглаживаем, выглаживаем, делаем потоньше. Чуть-чуть подводим вот так, здесь перекручиваем, чтобы они были как бы задраны кверху, вот так вот. Так, ну и немножко уведем их поглубже, поменьше сделаем. Во. Ну вот что-то в таком духе. Теперь делаем брови, значит. Брови будем делать тоже маской. Значит, Бориса включаем. И вот эту часть вот. Так, Бориса сначала надо сделать полигональным, хорошо. Прибавляем интенсивность. Вот. И маскируем так Ctrl-Z.
Ctrl, левая кнопка мыши, делаем вот такую вот полоску. Вот так вот. Ну и опять же делаем что? Саптулы. Делаем экстракт. Это многовато. Уменьшаем. Это маловато. Прибавляем. Вот так. Снимаем маску. И вот это все дело выглаживаем. Вот так. Теперь что можно сделать? А вот теперь берем. Делаем Ctrl-D. И вот так вот кисточку поменьше. Ну, можно даже что сделать? Ctrl. Нарисовать все это дело маской. Вот так вот, допустим. Ctrl-I. Ну и все это дело просто вытянуть вот так вот. Не боимся, просто тянем и тянем. Во. Маску снимаем. Шифтом все это дело выглаживаем. И чуть-чуть кисточку поменьше. Как-то все это дело корректируем вот таким вот образом. Так, здесь шифтом. Тут тоже шифтом. Получается что-то вот в таком духе. Так, теперь что? Ну, опять же, геометрия. Modify topology mirror and well. Так, del lower. Зеркалим. Так, все это нормально. Понятно, да? Как все это дело происходит. Ну, а теперь давайте ноги вот эти. Так, ну вот такой вот персонаж получается. Теперь, значит, что ноги. Я тут немножко отвлекся. Ну, давайте выберем Бориса. Обрежем вот так вот ноги вниз. И подделаем вот эти вот, как их называют. Словом, вот эти вот ходули ему, да? Move topology. Здесь, значит, делаем поострее. Эту часть тоже делаем поострее. Вот так вот. Чуть-чуть это все шифтом, шифтом. Ну и вот эту часть тоже. Так, немножко теперь можно клейбилдопом поработать. Опять же на двоечку. Кисточку чуть-чуть побольше. И вот так вот. Где-то побольше прибавить, где-то вот такую штукенцию пролепить, как выпукло здесь, значит, через Alt. Чуть-чуть вмятость дать. Ну, такая штукенция получается. Так, тут тоже переход. Тут вот помягче сделать. Здесь вот определить именно, что здесь вот перья. Вот так вот поднакидать. Потом можно попрорезать и уже будет нормальный классный вид. Вот таким вот образом. Так, здесь тоже что еще? Чуть-чуть шифтом. И вот здесь вот у меня косяк такой. Работаем через Brush, включаем Auto Masking и включаем Backface Mask, чтобы
не вминалась нижняя часть меша. Так. Так. Ну вот что-то в таком духе. Мира and well. И получается у нас вот такой гусь. Это вот набросок. Можно еще, конечно, пролепить вот эти крылья. Что еще тут можно сделать? Да, в принципе, как такового уже больших таких делов тут делать не надо. Выгладить вот этого персонажа, значит, через Shift сделать его гладким. Или просто зайти в деформацию, найти Polish и пару раз сделать Polish. Так, N. Теперь выбираем крылья. Все это дело тоже делаем мягче, потоньше. Можно крылья, давайте попробуем что-то где-то пролепить. В основном вот эту часть вот. Сделать ее потолще. Таким вот образом. Так, ну а теперь давайте еще Shift Z выберем вот так крыло. Так, это все дело уменьшим. Так, что тут у нас? Ага, вот так. Крыло-то я перекрутил. Значит, Alt подгадываем. Подставляем. Ну и вот это все дело можно поднабросать. Вот это перо. Вот это. Или использовать, допустим, куб. Делаете куб и вот здесь вот его потихоньку вот сюда подставляете каждый. Ну, а потом уже уменьшаете полигонаж. И получается у вас что-то в таком духе. И все это потом вот так вот сгладить и флаттеном пройтись, и будет нормально все. Ну, убрать, конечно, вот эти артефакты. Это уже не столь сложно будет, наверное. Ну, вот такой раскид получился. Делаем опять же ему Geometry Mirror and Well. И вот такой получается гусь. Все, всем пока, до свидания. Именно как красить персонажа я не буду показывать. Много роликов уже по покраске. Но потом еще покажу, как изменить сетку. Уже для блендера. Именно вот The Remesher. Рассмотрим вариант. Я о нем уже показывал, как делать. Ну, еще закрепим. Ну, а потом его кинем уже на кости и будем делать ему анимацию. Все, всем пока, до свидания.